То есть у нас возникает напряжение. Для снятия напряжения нам нужно x единиц действия. Я рисовал эту схемку, нет? В прошлый раз. Быстренько я напоминаю. Из напряжения мы перескакиваем в чувство. Чувство – это уже x, умноженное на время ожидания. И когда из чувств уже понятие состояния, да? И для состояния нужно неимоверно сколько, много удовлетворить, да? То еще и в запасы, и желательно иметь, и иметь гарантии. Так поэтому все запретные чувства, которые нам запретили, если мы эти чувства даже не осознаем, то есть чувство – это то, что я хочу, и некоторые говорят, ой, я никогда не злюсь, те люди, которые не признают в себе агрессии, у них напряжение сразу уходит в состояние агрессии. А это то, чего я очень сильно хочу. А раз я этого очень хочу, я этого очень боюсь. Это наш страх. А раз я этого очень боюсь, я начинаю защищаться агрессией. Вот почему агрессия и гнев, если мы ее не осознаем, мы ее накапливаем сразу, чуть ли не в геометрической прогрессии. Моментально, у нас сразу. Вот так. Вот почему есть такое понятие «действие в состоянии аффекта». Поэтому иногда говорят, все мы грешные. И говорит, первый шаг – это осознать. Вот когда мы уже осознаем свой гнев, да, мы можем с ним что-то сделать. Мы можем его проработать и так далее и тому подобное. С этим пока было так? Было, все нормально. Я ничего пока не перепутал.